что мне теперь делать? Знаете, сколько людей мне написали, что вообще нет смысла делать обзор на эту гонку? Завала в первом повороте не было. Аварий эпичных не было. Кстати, привет. Это самые слики. Пискар не выезжал. Даже, блин, виртуальный. Никто не чудил. Самый правдивый и адекватный обзор Гран-при Формулы 1. Что делать? Не знаю. Блин, выключи уже, а! Достал уже. Не знаю, как тебе об этом сказать. Молчалина. Давай сегодня без тебя, хорошо? Все равно люди не верят. Эх, знал бы ты, что параболику заасфальтировали. Что делать? Да ладно, если гонка была говном, не значит, что обзор должен быть таким же. Надо собраться. Итак, друзья, сегодня Гран-при Италии 2016. Обзорчик, самые слики. Давайте начнем с минусов. Поехали! Самый короткий и лаконичный минус за всю историю. И добавить тут нечего. Гутьеррес все проебал. На четвертом месте по минусам Макс Ферстаппен. Что же он такого сделал, спросите вы? Да в том-то и дело, что ничего. Специально залажал старт, чтобы случайно не обогнать Райконена и не мешать ему всю дорогу. Ни куролесил, ни на кого не жаловался, в общем, в этой гонке его как будто бы и не было. А что такое, Максим? Мы что, уже папу не боимся? Ты давай там приходи в себя, в Сингапуре мы ждем все-таки шоу. Ну а в Италии Макс выглядел не как тапок, а как чешки первоклассницы. На третьем месте по минусам еще один горе-стартер. Черный наконечник серебряной стрелы Льюис Хэмилтон. Не первый раз в сезоне он уже плохо стартует. Если кто-то забыл, то в прошлом году была введена фишечка, когда стартовать нужно пилотам самим. Самим опускать лепесточки, самим контролировать уровень газа. И не у всех эта хрень получается хорошо. В случае с Хэмилтоном можно сказать, что хорошо вообще получается очень редко. Эх, еще бы запретили всякие системы трекшн-контроля и прочего, чтоб пилотов снова начало вертеть на выходе из поворота. И, кстати, несколько лет назад запрещали, но уже, по-моему, там придумали какие-то хитрости, чтобы облегчить работу нашим неустанным труженикам руля и чего еще? В общем, мне кажется, именно старт был причиной грусти Льюиса на финише, а не его финиш на втором месте. Очки-то свои он, конечно, отыграет, а вот на старте лоханулся конкретно. Не первый раз, а значит... Ну давайте, рифмоплеты. На втором месте стал поганый слушок, инициатором которого явился Пьер Гасли. Похоже, чуваку башню сорвал его относительный успех в GP2. Видимо, спит и видит себя за рулем Торо Россо, но он заявил, что уже буквально в Сингапуре ему предложили занять место Дани Квята. Предложили или нет, знает только Хельмут Марко, который, к слову, сказал, что Гасли после такой хрени даже тестов не получит, не то что место в кокпите боевого пилота. Но за Гасли мы наблюдаем давно и конкретно, ведь он главный конкурент Сережи Сироткина в этом сезоне в GP2. И как-то все больше приходит уверенность, что доктор Марко после Макса Ферстаппена решил молодежную программу Red Bull набирать исключительно мудаков. Но в минусах у нас не будущий великий чемпион мира Пьер Гасли и не... увядающий Даня Квят, а тот бред, который происходил вокруг. Как говорится, чем мощнее ложь, тем проще в нее поверить. Поверили многие, все побежали сразу брать интервью. И тут такое дело, у канала, который транслирует Формулу-1 в нашей стране, появился новый корреспондент Дмитрий Занин. С
специальный корреспондент. Как бы это клево, не придется теперь Алексею Попову долго там бегать и запыхавшись вести гонку, быть и там, и сям. Но сдается мне, Дима человек молодой и еще не очень обучен тактичности. Если меня выморозило, каким образом он спросил это у Дани Квята, то на месте самого Дани, блин, я бы всек. Наши иностранные коллеги говорят, что это, возможно, будет последний гран-при для тебя. Это их слуги, вы их и спрашиваете. Переводя тактичный и толерантный язык Формулы-1, Даня ответил прямо. Пошел нахуй. Мне остается пожелать удачи сразу двум россиянинам, Даниилу Квяту и Дмитрию Занину. Все будет хорошо, ребят. Как говорится, молодо, зелено. На первом месте по минусам у нас необычный случай. Честно сказать, я такой не припомню. Светофор. Что только светофоры не делали в Формуле 1. Вспомним хотя бы Канаду, Хэмилтона, Росберга, Райконена. Тих-тих-тих, не этого года Канаду. На сей раз встрял Алонсо. Дело в том, что раньше механики были с такими круглыми табличками. Назывались они в простонародье леденец. Это, кстати, вот такенный камень в огород тех, кто жалуется, что я даю пилотам всякие прозвища. В Формуле 1 это делают все. Так что уймитесь, пожалуйста. Так вот, леденцы вот эти отменили, якобы потому, что скорость поворачивания его или убирания, она была довольно маленькой. Там какую-то тысячную секунду проигрывали на пит-стопах. Решили ввести светофоры. Для этого стоит специальный дядька с пультом, ну, с джойстиком от PlayStation. И когда он видит, что ребята там уже вдоволь насладились пит-стопом и закончили, он нажимает кнопочку, импульс от этой кнопочки по радиосигналу поступает в пультик управления этим светофором, и красный переключается на зеленый. Упростили, блин. Прям проще некуда. Меня еще расстроило то, что механики никак не договорились на этот случай, как действовать. В результате чувак махал как-то ручками там, бедный. Алонсо подумал сначала, что ему жарко, он просто отмахивается, а потом понял, что надо ехать. На это потребовалось долгих 5 секунд. Соперники тут же начали шутить в своих там многочисленных твиттерах и фейсбуках. Ну вот гонка Алонсо была испорчена. И, наверное, в связи с этим светофор этот долбанный попал именно на первое место по минусам. Я думаю, в плюсиках вы поймете почему. Ой, не знаю, что делать. Еще же плюсы надо найти. Пипец, что может быть хорошего в гонке, в которой ни хрена не происходило? А? Что делать? Я думаю, не сдаваться. А вновь собраться и перейти к плюсикам Гран-при Италии 2016. Погнали! На пятом месте положительного Дэн Рикьярдо. Да, ребят, не считая Мерседесов, это единственный чувак, который отыграл позицию в лидирующей группе. Если бы не Дэн, то на финише вся первая восьмерка сохранила бы свои стартовые позиции. Ну, не считая Мерседесов. Так что гонку пилота Red Bull можно назвать успешной. Не считая Мерседесов, конечно же. Четвертое место — Феррари. Простите, конечно, что я таким простым словом назвал великую конюшню горцующего черного жеребца на желтом фоне из Маранелло. Конечно, сезон у этих коней получился из рук вон плохой. И Арива Бена это в цвет уже признал. Но что касается Монца, они сделали главное. Они оказались второй по силе командой в полном составе, без всяких эксцессов, без аварий, вылетов. И стали одними из главных триумфаторов этой гонки, не считая, конечно, кого? Правильно. Вы не поверите, но на подиуме плюсов у нас Фернандо Алонсо. Светофор, конечно, многое подпортил. Возможно, ему бы удалось приехать в очки. Ну, возможно. Но, друзья, напомним, что двигателем у Макларена является убогая Honda. А Монса — это гонка моторов. И в этих условиях Алонсо удалось сделать маленькое чудо. Да, он великолепно стартовал, потом был этот долбанный светофор, потом он еще пропустил Баттона, смеялся в эфире и уже шутил как мог, уже просто тупо откровенно прикалывался. Но невзирая на все эти приколы, он заехал в боксы, поставил свежий комплект резины и сделал что? Сделал быстрый круг гонки. Для тех, кто не следит за статистикой, специально скажу, что это был первый быстрый круг в тандеме McLaren-Honda от новой эры. Предыдущий быстрый круг McLaren-Honda
был в исполнении Айртона Сенны в Эшториле в 1992 году. Так что не надо там ля-ля про то, что так может сделать каждый. Статистика есть статистика. Можете, делайте и навсегда останетесь в ней героем. Вице-чемпион сегодня человек, который вот-вот уйдет на пенсию. Сэр Кнопкин. Подождите, подождите, чего вы сразу? Мне действительно показалось, что Дженсен провел одну из лучших своих гонок. Ну, по крайней мере, в этом сезоне точно. Вспомните, где он оказался после старта. Он совершил прорыв, дошел до Квята, прошел Квята. После пит-стопа он оказался в толпе, которую пришлось тоже разруливать. И он их как детей просто раскидал в стороны и уехал вперед. Догнал своего товарища по команде. Обогнал его. И спокойненько приехал, без всяких смешков, шуточек, прибауточек, на вполне себе достойном месте для Макларена Хонды, для Монцы. Поэтому я считаю достойным вознаградить вторым местом в самых сликах Дженсена Баттона за то, что он провел отличную гонку, порадовал всех болельщиков Макларена и, наверное, больше всего порадовал себя. И хотя Евгений уже старик преклонных лет, но с возрастом приходит достоинство. И провел эту гонку Баттон очень и очень достойно. Победителем положительного топа Гран-при Италии 2016 становится Николай Росберг. Я сразу говорю, что далеко не его первое место стало причиной вот этой победы. С одной стороны, да, Коля нам внушил некую надежду. Но с другой мы понимаем, что все это имитация борьбы за чемпионский титул. Достаточно одного схода у Росберга или там пары побед у Хэма, и все опять станет на свои места. Но с обратной стороны довольно приятно, что какая-то борьба дойдет. Я еще перед началом этого сезона ванговал, что Росберг сможет посражаться за чемпионский титул. Тогда меня, начинающего блогера Формулы 1, назвали придурком. Но это не беда. Ведь мы знаем, что какими только словами не называли в Мерседесе самого Росберга. А он не отчаивается. Выигрывает и выигрывает. Красавело. И чисто по-человечески, он мне очень понравился на подиуме, когда начал петь свою веселую песенку. Будучи пилотом Мерседеса, находясь на родине Феррари, он завел всех болельщиков, всех тифози. Эх, да ладно, давайте-ка все вместе еще разок. Вот такие дела, ребят. Гонка была действительно не из ряда выдающихся. С точки зрения чемпионата она приблизила Росберга к Хэмилтону. Она вывела Уильямса на четвертое место вновь. Я ничего не сказал ни про Боттаса, ни про Массу, ни про Форс Индии. Но вы все видели гонку, вы сами все понимаете. Позитива после этого уикенда, конечно, немного. Тем более, что и нашим ребятам не повезло конкретно. Сережа Сироткин сильно проиграл, потерял много позиций в турнирной таблице GP2. Миша Алешин попал в аварию, не по своей вине, лопнула покрышка, но в целом там был разворот на старте, в общем, шансов в Индикаре тоже было маловато. А мы знаем, что это предпоследняя гонка была, так что в любом случае все уже движется к своему логическому завершению. Сезон 2016 переступил ту самую черту осени, когда все идет теперь на результат. И каждое очко, оно играет важную роль. Поэтому для всех пилотов, которые приехали в десятки или не приехали в десятки в Монце, все это было очень важно. Для нас же с вами, любителей шоу, любителей сериала под названием «Формула-1», эта серия была скучной. Как и мне сегодня, скучно без Молчалина. Что делать? Ждать Сингапур, ночная красивая гонка. И если у Мерседесов опять выйдет такая же лажа, как в прошлом году, то Редбуллы наверняка поборются за победу. Наверняка между собой, потому что Феррари уже не так сильны, как год назад. Но обо всем этом уже в превью Гран-при Сингапура. Скоро выйдут параллельные проектики, параллельные серии с ответами на ваши вопросы. Спасибо за них огромное. Продолжим рассуждать на тему, почему же Формула-1 не такая, почему раньше трава была зеленей. Ну и вообще, несмотря на осень, держите хвост пистолетом. И самое главное, не отчаивайтесь.
Ведь после скучных гонок наверняка могут появиться интересные новости. Все мы ждем подписания контракта Серхио Переса. Что же будет с Квятом? Продана ли Формула-1 американцам и оставят ли дедушку Берни у руля? За всеми этими новостями удобно следить на сайте нашего партнера, на новостном портале Race24. Ну а я неожиданно вспомнил, что, оказывается, ровно год назад, именно в Монце, начался проект, который вы смотрите, на который вы подписаны. Если видите первый раз, подписывайтесь, не вздумайте искать тот первый выпуск, там бред полнейший. Так что поздравляю себя и вас с годовщиной. Давайте, ребят, до встречи. Пока. Да, ты мне прям в руки передаешь, по-любому ты в кадр попал. Вот оттуда вот лови. Понимаешь?